Парк Ин, Рэдисон, Пулман, Меркюр, Мариот, Хаят. Теперь в Сочи более 40 гостиничных комплексов с международным именем. Они открылись к Олимпиаде, и вне зимних игр были заполнены на 100%. Как обеспечить полную загрузку вне зависимости от сезона и привлечь гостей уже в наступившем курортном, вопрос ательера обсуждали с главой города на специальном совещании. Заполнить нужно более 20 тысяч номеров. Эта задача непростая, но посильная для города, который благодаря успешно проведенной Олимпиаде получил такую рекламу на весь мир. Сформировать гостиничное предложение, отвечающее спросу целевых аудиторий по адекватным ценам – это первый и главный шаг. А еще обязательное сотрудничество с большим количеством туроператоров. Об отелях Сочи должны знать везде. Мы проводим с ними личные встречи в Москве и ежемесячно принимаем рекламные информационные туры туроператоров, так называемые familiarization trips. Их количество от 5 до 10 каждый месяц. Сформировать турпродукт, в том числе все включено, плюс предложение для гостей не только различного уровня доходов, но и интересов, оздоровительный отдых, пляжный, экскурсионный, деловой, развлекательный, спортивный, этнотуризм. Только так гостиницы и отели могут конкурировать с санаториями и здравницами, у которых главный конек – это лечение. Вот эти все мероприятия, которые начинаются, мотофристайл, там, Формула-1, масса мероприятий, которые мы сейчас набрали, они, в общем-то, и затратные для города. Это событийные мероприятия. Мы их создаем для того, чтобы вы, используя это событие, там, приглашали под это событие. Вам же это должно быть. Ну и так дальше. Так работает. Развитие событийного туризма – вот на что должны ориентироваться гостиницы, отмечает Анатолий Пахомов. Впереди масса событий. К одному из главных, Формуле-1, отели уже подготовили интересные предложения. Гостей должно приехать немало. Наш гостиничный комплекс уже полностью продан на данное событие. Ательеры и сами гостиницы должны участвовать в этом процессе, предлагать свои программы, которые были бы интересны и для семейного отдыха, и для бизнес-гостей, которые приезжают сюда в город. Мероприятий, в том числе международных, которые пройдут в Сочи в ближайшие несколько месяцев, масса. Вот только, как оказалось, об их проведении знают пока не все гостиницы. Поэтому администрации города разрабатывается специальный событийный календарь, который получит каждый из топ-менеджеров отелей как руководство к действию в борьбе за туриста. Елена Овсецина, Ольга Десятова, Борис Осин, телекомпания ФКТ.